Здравствуйте. Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Федеральные информационные агентства все больше интересуются Красноярском. Итак, в нашем городе свое представительство открыло РИА Новости. И сегодня у меня в гостях генеральный директор РИА Новости Николай Бирюков. Николай Борисович, здравствуйте. Добрый день. Ну, первый вопрос. Почему Красноярск? Зачем вам Красноярск? На самом деле ответ на этот вопрос очень простой. Мы сегодня изучили тренд, который, в общем-то, отмечается, общий мировой тренд, того, что если раньше информация, за информацией обращались в средства массовой информации, за информацией обращались в информационное агентство, то сегодня ситуация меняется. И уже информационные агентства и СМИ идут к аудитории. То есть аудитория, мы идем за аудиторией. И проведя анализ аудитории Российской Федерации, мы поняли, определили для себя стратегические регионы, в которых наша потенциальная аудитория сосредоточена. Вы же наш через Томска. Вообще с маленького, практически с такого города, очень да, тихого, безусловно. Университетского, где... Ну, во-первых, принципе... вы правильно совершенно заметили, что это университетский, это на самом деле молодая студенческая среда. А это, в общем-то, во многом и наша аудитория тоже. Угу. Надо про это забывать, что мы ориентируемся прежде всего на в том числе молодую аудиторию, да, потому что сегодня пользователями интернета, а это основная наша аудитория, люди среднего и молодого возраста, превалирующие своей, конечно же, части, безусловно, есть разные возраста, и интернет сегодня получает все более широкое распространение. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что есть определенный разрыв между федеральным средством массовой информации, региональными, есть определенный разрыв информационных полей. И для нас тоже это важно и устранить такую ситуацию. Но давайте с вами просто вспомним, что у нас страна поделена на большое количество часовых поясов. И в одном регионе ложатся спать, в другом регионе как раз начинается активность. И иногда это бывает не совпадает. Поэтому... Допустим, регионы, ну, я просто ради примера привожу там Владивосток, может не получать и какую-то информацию из Москвы, то же самое, как информация из Владивостока может не дойти по причине до Москвы, по причине того, что новость, она живет ограниченное число времени, да, и она просто может уже себя исчерпать к моменту, когда там Москва проснется, например, да, если Владивосток он раньше встает. Вот, мы приняли... разработали для себя программу, так называемую программу поясного вещания, которая учитывает открытие, предусматривает открытие ряда региональных центров информационных значит, в ключевых и интересных для нас сегодня регионах. То есть Красноярск для вас считается ключевым городом? Да. Здесь, в Красноярске, у нас будет работать полноценный офис журналистов, которые будут... производить, если так можно сказать, информацию не только для, в общем-то, местной аудитории, для Красноярска, для Красноярского края, но также и для федеральной аудитории. Какой вот имидж у нашего региона, у Красноярского края? Мощный промышленный регион, который, в общем-то, ну, известен своими крупными предприятиями. Но мне кажется, что сегодня все-таки мне кажется, не хватает информации для потребителя сегодня. Информации может быть такой общей, не обязательно экономическом плане, да, потому что я думаю, что в экономике можно найти информацию достаточно много о том, как работают те или иные предприятия, там, Норильский никель, или там, Красноярский алюминиевый завод. Но очень важно, мне кажется, еще иметь информацию о том, чем живет этот регион, да, какие у него здесь, да, безусловно. И это какие... интересно, да? Я считаю, что да. То есть посмотрите, какие красоты. Какие красоты, я думаю, колоссальные есть интерес с точки зрения туризма. Сюда можно привлекать
и, в общем-то, наверное, какие-то инвестиции с точки зрения именно вот развития туристических вопросов. Я думаю, что его надо показывать не только с точки зрения вот промышленной, мне кажется. Да, его нужно более широко, более наглядно показывать. Сегодня, когда была пресс-конференция с губернатором, как раз говорили о том, что высокие достижения, успехи, да, не только в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, да, одни из лучших показателей, и лучшие показатели Сибири, потому что серьезная, как бы, идет работа. Здесь и университет открылся новый. То есть большое количество. Вот вы говорите, что есть региональная информация, она как бы, вот есть разрыв между федеральной информацией и региональной. От федерации информация в регионы поступает очень быстро. Мы практически все в курсе того, что происходит в центре. Но дело в том, что здесь, на местах, существует большое количество информационных агентств, большое количество своих собственных сайтов, своих собственных различных средств массовой информации, которые производят местный контент, не производят местную информацию. Почему тогда федералы не забирают ее? Пожалуйста, вот она произведена, берите, пользуйтесь, узнавайте, что происходит в регионах. Ну, во-первых, каждое средство массовой информации, то есть, может быть, в каких-то регионах так и возможно работать, да, но дело в том, когда ты делаешь, допустим, продукт такой, как лента новостей. Это продукт именно местных, то есть я имею в виду Красноярский край новостей. Такой продукт, как сайт, мне кажется, его нельзя делать на основе новостей, которые ты берешь у других агентств. Нужно что-то свое, нужна изюминка, нужны какие-то эксклюзивы. Мы, как вы знаете, являемся национальным хост-агентством информационным Олимпийских игр Сочи 2014 года, паралимпийских, информационным и фотохостагентством. Там действительно хороший объем качественных и таких достаточно эксклюзивных вещей мы предлагаем, которые, наверное, сегодня вряд ли кто-то сможет предложить. Во-первых, во-вторых, вопрос, как подать эту новость. Да? Если это просто будет сухой какой-то комментарий, там вот там случилось там то-то, то-то, наверное, вряд ли это кому-то будет интересно. Если это будет системно сделано, визуализировано, то есть с учетом, то есть то событие, которое мы считаем интересным, да, может составить интерес, которое будет содержать там тот же видеоряд или фото, или инфографические материалы, которые позволяют это быстро и интересно все это красочно оценить. Вот. Ну, все зависит от того, что происходит. Да. Мы же не, как сказать, мы не можем повлиять на события, которые происходят. Но вы сейчас опромолились. Как смотря подать это событие. Понимаете, безусловно, события безусловно. Тоже еще надо уметь подать. Конечно. С другой стороны, понятно, что информационное агентство – это продукт такой достаточно сложный в изготовлении. Это продукт. Но у вас есть три конкурента. Очень популярна конкурента. Это YouTube, раз, где выкладывается очень много видеоматериала. Это Twitter, куда новости попадают практически в ту же секунду, как они происходят. И третий ваш конкурент – это блогеры, которые уже сейчас начинают каким-то образом заменять вот эту аналитическую журналистику или такую персонифицированную журналистику. Вот здесь будущее информационных агентств, ну каково? Потому что вот эти три направления, они сейчас мега популярны. И они продолжают набирать популярность. Их популярность не снижается. Будущее информационных агентств в таком случае вот с их сложным продуктом каково? Вы знаете, этот вопрос на самом деле волнует достаточно многие СМИ, многих журналистов, в том числе и с мировым именем, потому что этот процесс у нас идет, наверное, чуть даже медленнее, чем он идет, наверное, на Западе. Все зависит от того, как СМИ приспособятся к этой ситуации. То есть вот как приспособиться? Бороться с этим невозможно, мы с вами понимаем. Да? Да. Бороться невозможно, надо пытаться найти какие-то бенефиты, во-первых. Однако существует некая проблема, как в этом огромном потоке информационном не утонуть для потребителя информации, во-первых. Во-вторых, насколько можно доверять этой информации. Поэтому сейчас речь идет о том, что информационные агентства, и мы себе ставим в одной стратегических задач, становятся, во-первых, верификатором неким, потому что мы фильтром. Тоже,
Тиктором. Мы тоже активно работаем на самом деле в социальных сетях. У нас более 3 миллионов подписчиков, более 100 каналов в социальных сетях. Вот поэтому мы понимаем, мы тоже меняемся вместе с рынком. То есть вы начинаете использовать эти же самые инструменты практически, да? Есть еще жесткая конкуренция среди СМИ, да, кроме всего прочего. И сегодня очень важно в целях как раз сохранения и доверия с одной стороны, с другой стороны, для того, чтобы дать оперативную информацию, да, соблюсти некий баланс между двумя такими категориями. Быстро и проверено. То есть, с одной стороны, ты должен информацию дать быстро, чтобы она была интересна твоей аудитории и раньше, чем... Чтобы она, как говорится, не успела протухнуть. Абсолютно. Но не только протухнуть, чтобы ее не успели дать твои конкуренты, например, да, те же там Twitter и так далее, с одной стороны. С другой стороны, она все-таки должна быть проверена. Если ты дал непроверенную информацию, то соответственно, доверие ты можешь легко и быстро потерять. Это уже не информационное агентство, да? Да, и не информационное агентство. Это достаточно такая неприятная история. Поэтому вот мы работаем в постоянном балансе. Да? Речь идет конкуренция о секундах, да, сегодня. Поэтому мы говорим о том, что мы без использования самых современных технологий, мы не смогли бы быть, наверное, конкурентоспособны, интересно нашей аудитории. А что интересно сейчас аудитории, на ваш взгляд? Что интересно сейчас тем людям, которые нас смотрят? Вот как вы считаете? Ну, вы же оцениваете это. Ну, мне сложно говорить, вы знаете. Но оперативность, ну, я понимаю, кажется, да. Мне кажется, что одно из важных характеристик – это даже не скорость, это удобство. Мне так кажется, это удобство, это информация получения. И это не просто, чтобы ее было удобно получать. То есть, почему мы говорим о визуализации? Да? Вместо чтения огромных текстов можно это представить в виде схемы инфографической, можно видеосюжеты. Но в то же время и эта информация нужна человеку именно в разряде того, что ему интересно, что он, чем он интересуется. Я думаю, что это так. И кто сможет дать так называемую кастомизированную информацию, да, максимально приспособленную к его потребностям на основе анализа его запросов, да, то, в общем-то, вот чем, он... Чем быстрее, качественнее, удобнее он получит ответ на свой запрос, тем как бы более выигрышным. Да. А в чем польза региону вот, от присутствия здесь федеральных средств массовой информации, федеральных агентств? Мы готовы работать на Красноярском экономическом форуме. То есть мы готовы работать здесь, в регионе, достаточно серьезно. Вот мы пришли сюда, и всерьез, я надеюсь, надолго. И надеюсь, что наша работа здесь будет, в общем-то, полезна региону в том числе. И многие узнают больше информации о регионе. И не только на федеральном уровне, но и в других регионах. Потому что у нас зачастую есть определенный голод даже между межрегионалами. Нет стыковок, нету каких-то вот информационных мостов, если хотите. Да, мы, надеюсь, мы таким мостом можем в ближайшее время стать. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Сегодня у нас в гостях был генеральный директор РИА Новости Николай Бирюков.